В этом году легкоатлетический пробег претерпел некоторые изменения, главное из них – место проведения. Ранее он проходил в парке воинов-интернационалистов, сейчас его перенесли на городскую набережную, которая смогла собрать в одном месте большое количество людей. В этом пробеге все участники имеют какое-либо отношение к этой войне, которая прошла в Афганистане. У нас участвуют воины-афганцы, которые принимали участие непосредственно в боевых действиях. У нас принимают участие действующие военнослужащие, которые сейчас служат, которые отслужили. У нас принимают участие семьи воинов-афганцев, которые принимали участие также. Участников пробега насчитывалось более 100 человек. 15 из них – воины-интернационалисты. Попробовать свои силы любителям бега предложили на трех дистанциях – 1, 3 и 10 километров. Очень отрадно, что наш город становится площадкой не только для экономических форумов, культурных мероприятий, ну и спортивных мероприятий. Ну а это именно этот забег свидетельствует о том, что мы храним память о тех наших земляках, которые выполнили с честью свой воинский долг, но остались, к сожалению, на В легкоатлетическом пробеге «Память-2021» принимали участие взрослые и дети. Многие бежали целыми семьями. Не стала исключением семья Юркевич, члены которой решили преодолеть дистанцию все вместе. Хорошее впечатление, очень хорошая дистанция, легко бежалась. Я первую дистанцию пробежал с семерку взрослую. Хороший маршрут, четко промаркирован, приятно бежалось. Ну и детский тоже интересный забег. 3, 2, 1, Набрав хорошую скорость и не сбавляя темп, участники пробега помогали друг другу преодолеть дистанцию. К слову, среди мужчин в забеге участвовала и женщина, но не участница боевых действий на территории других государств, а жена воина-интернационалиста. Муж не смог, я за него. Я его поддерживаю во всем, поэтому мне сказали не выигрывать, только участвовать. Поэтому я участвовала. Так что всем желаю крепкого-крепкого здоровья и всегда поддерживать во всем своих любимых людей. Родные, близкие лица видеть очень хорошо. И видеть на старте, видеть на финише, и обниматься, и встречаться – это очень замечательно. Все участники пробега были награждены памятными грамотами и медалями, а также ценными призами.